Соглашение о сотрудничестве между Брестом и немецкими городами Равенсбург и Вайнгартен было подписано давно. Позже к официальному договору о партнерстве присоединились и представительницы прекрасной половины. В этом году исполняется 27 лет с момента начала обмена женскими делегациями. Накануне немецкая группа приехала на Брещину с официальным визитом. Отдельный пункт насыщенного графика отведен встрече с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским. Руководитель корпуса выразил уверенность, что это сотрудничество станет еще одной ступенькой на пути к плодотворному взаимодействию. Народ дружит. Дружит семьями, дружат женщины, дружат мужчины, дружат такие общественные организации, как Красный Крест, немецкий, наш Красный Крест. Ездят в гости дети в семьи, обмениваются делегациями в плане культурной программы, взаимные визиты. Ну, это, наверное, тот пример для подражания, где можно было бы пожелать таких же отношений всем нашим городам-побратимам вот с нашим городом Брестом. К слову, за время сотрудничества, помимо официальных визитов, были реализованы совместные программы в сфере образования, спорта, медицины. Безусловно, самыми эффективными показателями партнерских связей служит и дружба между жительницами Бреста и немецких городов. Яркий пример народной дипломатии. Я приехала в Брест в первый раз. Не ожидала, что меня здесь так хорошо встретят. Эмоции переполняют. Я под большим впечатлением. Те события, которые произошли в течение нескольких дней, просто удивительные. Отдельное спасибо семье, которая меня опекает. Я приезжаю в Брест около 20 лет. Мне очень нравится этот город, мне нравится смотреть и сравнивать, как он меняется в лучшую сторону. Я чувствую себя здесь как дома. В обмене делегациями за годы сотрудничества приняли участие сотни женщин. Конечно, реализовывать серьезные проекты – задача первоочередная, но не меньшую важность имеет и личное общение, которое сплачивает и духовно обогащает. Изначально мы в своем таком движении, в наших обменах, мы не ставили никаких глобальных целей. Женщинам хотелось отдохнуть, сменить обстановку, узнать что-то новое, познакомиться с культурой, познакомиться с историей другой страны. Тем более вспомнить, это был 92-й год, только-только открылся железный занавес. Это была почти единственная возможность приехать на Запад. А пожить в семье и узнать эту страну изнутри, это вообще было на грани фантастики. Я думаю, что и не поменялись эти цены. Мы заслуживаем, женщины, того, чтобы одну неделю в году оторваться от своих семей, от дома, от детей, внуков и поехать в гости к подругам. Представительницы немецкой делегации высоко оценили масштаб проведенных в Бресте строительных и ремонтных работ. По их мнению, миллениум город встретит достойно. В ответ на это руководитель депутатского корпуса пригласил народных дипломатов на торжества, которые пройдут в областном центре с 6 по 8 сентября.